Пластиковые и стеклянные бутылки, места разведения костров, поваленные деревья. Так выглядит зеленая зона, расположенная рядом с улицей Белякова в районе Дягилева. Она находится рядом с жилыми домами. Рязанцы говорят о том, что это место официально не признано парковой зоной. Однако они хотят, чтобы за зеленым массивом кто-то ухаживал. Кроме того, горожан не устраивают условия на спортивной площадке, которая находится рядом со стадионом «Сокол». Они хотят, чтобы ее облагородили. Ни дорожек, ни освещения не сделано. Что это за парк, в который дети, люди боятся вечером зайти? Нет освещения. Да, вечером, когда тебе. Понимаете, чем дело? Это что такое? Плюс вот такие заросли, непроглядные даже днем, непроглядные. Что угодно там делай, и не увидит никто. Так ночью, конечно, опасно. А вы спросите у этого участкового, сколько здесь убивают. Горожане говорят о том, что в целом обстановка в Дягилево опасная. Некоторые из них даже приводят примеры. Просто вот здесь вот на стадионе мужчина увез девочку 8-летнюю. Увез ее туда, на Забайкальскую, в типосадки, изнасиловал. А кто? Никто ничего не видел. Никто даже не могут описать его. Мужчину так и не нашли. Девочка осталась жива. Это случилось много лет назад, но сейчас горожане думают, что история может повториться. Кроме зарослей, людей волнует мусор, расположенный на спортивной площадке и в зеленой зоне. Часто местные жители здесь сами принимают участие в субботниках. Спрашивается, делают субботник. Ну что толку? Сделали субботник. Собрали весь мусор в мешках, и то, что собрали, месяцами снова стоит. Это зачем? Не убирают здесь не только мусор. Большие деревья падают, и что, их никто не убирает. Именно на таких деревьях люди устраивают места отдыха с разведением костров и распитием спиртных напитков. Подойдя к этому месту, мы спугнули людей, которые здесь сидели. Удивляют две вещи. Почему люди не убирают за собой после отдыха на природе? И как можно проводить время в том месте, где разбросан мусор? В то же время пожилые граждане говорят о том, что им отдыхать негде. Во-первых, не могут уж лавочки сделать для старых людей. И то, вон, какие были, вон, поломали, нету, видите? То было, стояли по три, по четыре, а сейчас нету. Ну, деревья, видите, они не побелены. Это все-таки здесь люди сидят или кто? Кроме того, отдыхающие не могут попасть в существующий туалет. Каменный вот здесь стоит. Он закрыт, он никогда не был открыт. Горожане считают, что вся проблема этого места состоит в том, что эта зеленая зона не переоформлена в парк. Не так давно им даже пришлось отстаивать довольно большой участок земли, на котором раньше загорали люди. На этом месте застройщик хотел построить многоэтажку. 3 года жители судились за этот участок. Отсудили. После этого горожане при помощи представителей муниципалитета высадили здесь зеленые насаждения. Тогда вот организовали все это согласно пожеланиям жильцов и посадили вот этот парк. В смысле не парк, а зеленое насаждение. Может быть, потом его тоже объединят и присудят и этому насаждению как бы парковую зону. Но пока растут деревья очень хорошо. Пока это не парк, это просто-напросто трущоба. Может быть, вы нам и поможете что-то продвинуть, что-то как-то сделать. Некоторые горожане, пожелавшие остаться за кадром, сообщили, что проект парка для этого места существует. Однако кто и когда его будет воплощать в жизнь, неизвестно. Другие люди с радостью вспоминают, как раньше за этой местностью присматривали военные, и здесь всегда был порядок. Они мечтают, чтобы сейчас в этой зеленой зоне царил такой же порядок, как в прежние времена.